Ты с той стороны зайди от пляги-то, и ты не будешь лишний. Вон караси сзади тебя лежат. Ага. Я вот это половина пляги зальяна. Бордушки, они вот, видите, небольшие. Так у нас нету. Сделайте. Мы же тоже вон Сергей Павлович бился. Сегодня меньше попалось, но крупные больше. А что, эти макушки у вас стоят? Ну, правда, надо вот сказать, Никите, боюсь. Бери руками-то быстро, никогда не жди, под рукой просто. Дядя, дай ему место. У него руки даже шевелиться, ему интересно самому будет. Постой, проведет. Там вода-то его смывает их. Надо приподнять решетку. Вот так. Вот теперь берите, прям сюда направляйте его в флягу. Еще одно. Потихоньку руками. Руки подставляй, вот направляй руками. Туда, вот так. Сгибай больше. Еще дальше. Все совершеннее делается. Главное. Ловиги нету. Ну, больше полпляди уже. Перевернуть ее. И она уже. Вы ее наклоните прямо с водой-то и туда. Вам не надо ловить ее будет. Тут грязная вода. Ну грязная, она чистечет вода-то. Нет, Сергей. Она вся на рыбе будет. Мы с гальянами так и сделали. Давай еще воды. Еще вода есть. Побегать с ведрами и жениться не надо будет. А то все 1 Коринфянам, 5 до 7 глава. И вся Библия. Так она вас сейчас мимо поплывет, Сергей. Держи, подожди. Она мимо поплывет. Не на себя. Ложи тогда ближе. Ну давай, давай. Собирайте под ногами, не топчите хороших карасей. Фляга полная. 48 килограмм. Не знаю, только она на рыбу попадает. Поднимите там под ногами это. Он сейчас положит решетку-то. И вот все время вот это вот голая спина. Неужели нельзя сделать подлиннее или как-то? И у взрослых, и этих. Володя наклонится спина, голову Сергея. Все голо. Сегодня это 2-3 раза больше посуды взяли. 2 ванны. 2 фляги. Ого! Ну-ка! Держи решетку. Thank you.
Я настоял сегодня же, там гости приезжают. Это некогда будет рыбачить. Все, под завязку. Полторы фляги. Открывать? Ух ты. Что, воды сюда надо? Нет. Мы же не везем. Так, все, собирайтесь. Сейчас сразу на листики. Мойте руки, ноги, голову. Закрывай флягу. Я не знаю. Может, а то задохнется. Ладно. Не надо, она там гореть будет. Зачем крупным планом машину снимаете, меня спрашивают. Снимаем, да и снимаем. Дрессировщик, собак. Такси возит. Вот так. Не ворованное, все свое. Шлюз это сделали сами, воду подняли сами, карасей сюда запускали сами, завозили. Здесь все настоящее. Сюда одного карася, я помню, завозили. Одного, ради одного ехали на машине. Запускали с Романом Юрьевичем Малышом. Вот это наши помогли очень сильно. Веревки. Толстые на шее. Вещи. Ровно полторы. 75 килограмм будет, 70. Он мелкая. Ой, не в ту попал колею. Да ладно, пускай. Вот еще. Что у тебя на груди-то написано? City is site. Еще такое. Город там. С какой стороны этот город? В этом городе ничего нету. Вот мужики какие. Как дело спорится здесь? Ни одной женщины нет, никто не командует. И все как положено. А то 1 Коринфянам, 5-7 глава. Все. Так, давайте скорее сетку собирать, потому что на солнышке лежит, у нас все пропадет. Сворачиваем. Я не умею, а что там уметь? Наливай, допей. Все, да. Так, не закрывать только фляги. Так, ну что, на радостях давайте выпьем маленько. Так, кружка-то где была здесь? Все уже спрятали. Держи. Я когда сказал выпьем, ты подумал, что, самогонка, что ли? Вон, Степа, Степа. Я Степа подумал. Да. Нет, доставай. Я тоже. У нас сухой закон. Хорош. Господи, благослови. Березовка. Вкусная. Может, не такая сладкая, как делают. Березовый сок, наливай. Владимир, сколько тебе лет? 53. Тебе сколько? А, я 71-го сколько? Так, сколько лет тебе?
давай. Он говорит, 71-го года? Нет, скорее, нет. Все медленно делаешь. Вот. Он не может сосчитать, 71-го года не может сосчитать, сколько ему лет. Сейчас 19. Я представь, 70-го. Остается 30. Да 19. А нет, 49. 48. 48 ему будет. 48. Так, тебе. Нет. Мне 41 будет. Тебе будет 41, да? Да. У вас дома-то кто остался? Жена там есть, нет? Нет. Ну вот все. Все не женаты. Смотри, 6 человек, и все не женаты. Поэтому так успешно. Если женщина на Курском. Как не женаты? У вас-то жена. Ой, я женат, я и забыл. Да, да, да. На полном серьезе забыл. Имеющие давай. Жен должны быть как не имеющие, да, Игнать? Давай, лей, лей, лей. Плачущий, плачущий. Лей, снимай шапку, молись. Березовый сок, дядя Володя. Все, держи. Вперед. Степа у нас самый малолетка. Сейчас поблагодарим Бога и поехали. Мы поэтому свободны будем. Разрешите, я еще попью? Разрешаю. Степа, ты там чего вытираешь? Этот, как он? Егор, кого там вытираешь? Интеллигентщина, ты наша городская. Кому дать еще добавку? Не мне. Я утром. Ты важную работу делал. На рыбалку. Давай. Давай. Видишь, как рассчитывал я прийти, а тут берег скользкий. Кому еще? Кому? Кому? Благодарим. Володя, тебе дать? Не, хватит. А, держи. Там целлофановый мешочек, положи в нее. Тебе вот, дать? Вот, вот. А, это, да, до приема. Давай. Ты же за рулем. Че пишешь-то? Больше у вас не будет этого. Сейчас я свои вещи заберу. Говорят, меня. Говорят, из одной кружки пьете, заразу разносите. Я говорю, как у тебя ее не было. Один пришел, просто ну, так самощательный воняет, а другой говорит, а ты тебя не воняло. Давайте Бога благодарить. Одиноких, покинутых, слепых, парализованных. Порадуй их твоим присутствием, ибо они не могут видеть этой чудной красоты. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я отцу носила обед на поле, он стукнул был. А я 5 лет. А дома за 4 километра один. И вот так вот дымка идет, вот как сейчас. Я в то время знал, это очень нехорошо. Страшно как. И почему я тогда ложился на землю, и мне надо было послушать от земли. 5 лет. Это уже Господь показывал как. Иду, а отец лез, а на поле всегда все намного. Козырек-то сдвинем, как делает человек-то. Вкуснее. Я как пойду, мать покормит дома-то. А отец поест, ну, осталось, я не могу съесть. А еще не могу тогда. Как-то такого нет. И вот бывало, отец ездит в Шарщину, а там пимы катали-то. Ну, хлеб возьмет, и дорога это мороженое на лошади. А он объездчиком был по местности. Посмотрел за этими заколками. Инвалид войны, без руки. И хлеб. А где хлеб взял? Лисицы. Лисички выскочили и мне дали. Как лисичка могла дать хлеб? Почему она его не съела? На полном серьезе все это воспринимается. Когда летят утки-то, а мы считаем, 1, 2, 3, мать говорит, нельзя считать. Память заберут. И нужно считать ни 1, ни 2, ни 3, ни 4, ни добавлять. И тогда память будет при тебе. Если шьешь, тоже не разговаривай. Потому что память не шьешь.
штаны будут мне эти. Вот то ли смеялись над нами, то ли еще. У нас дома 10 ребятишек было. И никак я не мог понять, когда они приходят к нам, ребятишки, приду, уже орут. А вот на полу, в кухне, была дырка туда, я мусор сметал. И сказали, из дырки брали-то. Как я эту дырку не любил. Я ее закрывал и сметал туда, и все равно не досмотришь. И глядишь, опять орет кто-то, паки-паки. Ну, пошли. Молодец, залез на бугор, обвели по окрестности. Какая красота! Камыши. Там мне это, только не трогай себя там, видел как это. Перед машиной вон там, с той стороны пойди. Владимир Юрьевич, заберите там мои имущества. Давай. Ты нас на бугре найдешь. Давай, садись. Ага. Куда его? А пока в машину, я заберу сейчас. У меня задница-то сухая уже. Давайте багажник. Багажник так, носки ага. Там. Ага. Сейчас, сейчас. Все. Сейчас. Так а что ты достаешь -то? Нам нужно только вот это. Остальное туда. Степе ведро надо отдать. А. Все. Давай. Пока покажи, Степ, покажи, Степ, ух ты, вот что у тебя. И крупные есть, это его сам выбирал, сам, спасибо, подряд. Стоп. Давай с Богом. Пошел, домой, нарыбачил. Ну что, давайте, отвязывайте. Вон батюшка едет. Сейчас этот, у Степа брат придет, он скажет такой. Покажи батюшке рыбу! Покажи батюшке! Егор, только не урони, там у меня фотоаппарат и телефон. Так, анбоксинг. Пальчик, так узнаю. Телефон там. Камера. Фотоаппарат. Сейчас я подойду, батюшку дождусь. Подожди маленько. Постойте, маленько, постойте. Вон Никита. Вон Никита едет. А? Никита едет. Степа, давай быстрее. Один, да? Давай сравним. Сколько? А посмотри, позади сюда к нам. Иди я тебе наложу. Посмотри. Идите лучше. Ну что ж, да я так и знал. Я уже знал, что будет жалеть. Ну что, они же твоя. Они бы выросли такие. Выросли тогда. Вот такие. Вот надо продал, блядь, выросли. Ну, ни вот пруда ничего не было, пока не сделали. Теперь смотри, Гальянов. Раз они... Загляни. Раз есть такие, то бы они и большие были бы. Большие. Большие есть. Все задыхаются, большие. Потому что и не растут, потому что их много, им не хватает пищи. Мне так это объясняют. Да. Ну, там есть очень... Это дикороси. А дикороси. А там мы отбирали, там промыли на месте все. Ну что? Да, вот если бы каждый бы вот такой бы вырос, да, бочки? Забавно. Ну, конечно. Ну, и кости были бы, подавиться можно. А ты колупни дальше-то, там увидишь, что такие крупные есть. А как это, есть крупные спрятали, да? Нет, они сами спрятались. Ну. Это не захватил ты просто. Это надо было в этот сюда выпустить. Руку засущает до локтя. Я сразу вытащил.
следующий раз будем выпускать уже. Ну вот так, 75 килограмм примерно. В прошлый раз больше было, 1,5 сантиметра. Mm-hmm. Вот эти хорошие, вот эти вкусные. Ну, там вот такие вот есть, вот. Ну вот. Да ничего, на следующий год они будут вот такие были. Вот такие бы. И главное, как увидали, когда. А нет ни пруда, ничего. Второй мы вот этот Камогорих, это, на ней мы никогда не купались, в лагере были. Ходили на второй мостик. А потом там все разорвало, и там еще нету. Бродили, вот. А возьми рыжка, все, 4 раза больше стало. Не погибают все. Здесь в этом есть вот такие караси плавают в этом. Каком? Вот так. Значит, выживают. Ну, где беседу проводят на Камогорихе? Давай. Ну, туда, так пошли, будет, Сергей. Пошли. Чуть-чуть. 61 поплавок у нас на неводе, 49 грузил и длина 20 метров. Вон дядя Вова, дядя Вова, посмотри. Что? Да. Карасей посмотрите. Рыбу продают. Посмотри. Иди. Посмотри, Да нет, я к тебе еду. Ну ладно, сейчас я посмотрю. Покупай. Покупать они. Покупай. Очень хорошие. Разбитые половина гальянов, вот полфляги. Полторы фляги зараз. Один раз прошли. А, гальяны они другие. Да. А это караси точно, да? Да, караси. А что они такие мелкие, вроде не вот выросли. Такие? Вот такие. А в прошлый раз, за один раз прошли, примерно 1,5 сантиметра вытащили. Сейчас сушим, зиму будем кормить кошек. Ну давайте. Батюшка говорит, что на лагерном пруду вот такие караси бывают. Есть, видно. Есть? Ну что, потащили? Время-то идет, пойдемте. У меня тут время записи мало. Нельзя было положить, обязательно грязную на это. Подожди, мимо все распустили. Ну, хоть чуть-чуть оборачивайтесь или как. Ну, вернись назад, все получилось. Видишь, что? Ну, два мужика взрослых, вокруг зеленая трава. И вот единственное место, пыль туда и положили. Я никак не пойму, все это нарочно делается или как. А сейчас там мы будем трясти этой пыли везде. Вот какое-то недоумное такое поведение. Но единственное место для того, чтобы запачкать. Шарик. Давай. Шарик. Сейчас уже размотали, не найдешь, где она. Да. Так, где мотня? Вот она. Где поплавков нет? Давай. Вот здесь он цепляй, а я тут. Вот, а теперь это растягивай туда. Отходи, отходи. Фотоаппарат достань оттуда. Одно то может сюда, Игнатик. Хорошо, сейчас я не слышу. Одно крыло сюда, в эту сторону. Конечно, туда. Ну как-то взял вот. Включай его, только день. Который внизу крылой потащил. Вот тут сверху, давай. Вот он включился. На солнце никак нельзя. На солнце. Все веревочки, все растянуты будут. На этот край, на этот. Зачем ты бежишь там? Удали двое. Обратно, наоборот. Так, вот, так и дело с ним. Все, тащи дальше до самого конца. Останови. Отходи в сторонку. Thank you.
Берите, Оля. Она зацепилась, вот, давай. Подожди. Непонятно, вот так. Какая советская, не понял? Там, до столба. А, нет, нет, нет. У нас их тут куча всяких. И у нас советских тоже. Ага, давай звук. Дело снимай, снимай, дело. Туда зайди, туда зайди. Туда здесь. Так, нет, не сюда, не сюда. Главное, центральная у нас задача, чтобы не попадало на солнце. Вот это вот, все и сразу и рвется, и все попало. Потом мы сушим их в таком месте. Видишь, мотню как повешали, у нас там аккуратные гвоздики. 3 метра мотня. Так, все, Сергей Павлович, все. Пролазь там. Перескакивай, тут она высохнет. Зацепился. Тут прохладное такое место. Ну все, поехали дальше. Все, выключай его. Не получилось все. Выключай фотоаппарат. Идем, там можешь тогда включить, когда будем снимать. Отрывай. Все, слава, просто засними. Быстро разгружайте. Смотри, как фляга выгружается. Фотографируй. Надо быстро убирать. Бери быстро. Ручки нет. Поднимай, ну за ручку-то поднимай как. Нету ручки, нету ручки. Ну нету ручки, все равно стоять не надо. Отлично. Я вот это замедленно, совершенно неприятно. Так. Бери. Так, все. Свободно. Работайте так, чтобы искры летели. Ну, это занести надо. Ну все, выключай. Я себе унесу. Все. Все, выключай. Дай в чехол клади. Закрою пока. Сейчас. Все. Так, сейчас я стою. Скажи. Ну, разбирай ванну, вытаскивай друг из друга. Кружку, ложку, все. Сразу раз руки сложили. Я никак не могу понять, почему. Время идет. Мы скорее убрали все и начинаем чистить. А, все.